Пассажиры, по причине распространения коронавирусной инфекции обращаем ваше внимание на необходимость использования в общественном транспорте средств индивидуальной защиты. Надевайте маски и при возможности используйте антисептические средства. Данное требование закреплено в постановлении правительства Санкт-Петербурга. Неисполнение данного требования влечет наложение административного штрафа. Также обращаем ваше внимание, что основное средство профилактики коронавирусной инфекции – это вакцинация. Следующая остановка – Шапки. Осторожно, двери закрываются. Говорят, что это строители так не часто.